был совершенно поражен. Вы сказали, это в Сочи было, и, может быть, этот контекст у моря. Вы сказали, что вы не умеете плавать, и я подумал, что это такой легкий троллинг. Вы действительно не умеете плавать? Ну, я, так скажем, давайте, плохо плаваю. Действительно, абсолютно. То есть я и не люблю из-за этого, видимо. То есть первичный, да? Первичный. Я плохо плаваю. То есть я, как сказать, я не свободен в воде. В общем-то, обладая определенной координацией, да, все-таки тело координировано. Я думаю, да. В воде оно становится просто как кусок железа, абсолютно зажатое во всех мышцах. Со мной занимались, и это действительно достаточно позорная история, ну, как не уметь плавать толком. То есть я могу проплыть, в принципе, там метров 100, зажавшись на силе, на каком-то внутреннем дыхании, там, не знаю, там, если все же просто удовольствие получают, то я работаю в этот момент. То есть, ну, конечно, если вдруг нас выбросит куда-то, на, ну, там, не знаю, кораблекрушение, то я долго не протяну, я первый пойду туда ко дну однозначно. Но так как это было зазорно, я как-то сам как-то приноровился плавать. В очень таком суетливо напряженном состоянии. Со стороны это вообще все время достаю рот из воды. Это очень смешное зрелище, если честно. Поэтому я, в общем, море обхожу стороной. Завершая эту историю, могу сказать, что в институте физкультуры, который я успешно закончил, потому что больше-то вряд ли что мог еще закончить, в вступительных экзаменах было плавание как раз. Благо, что как раз вот в этот они все время меняли правила. То на время определенное, то просто проплыви 50 метров. Я попал в просто проплыви. Это была очень интересная история, потому что я позвонил, ну, перед этим экзаменом. Там серия экзаменов «Проплыви», «Пробеги», там, ну, такое. Своему тренеру Наталье Леничук. А Наталья Леничук, она, конечно, известнейший человек в стране, и в тот момент двери все перед ней открывались, и, в общем, ей ничего не стоило позвонить в институт, сказать, да, закройте глаза, он проплыл, там, пусть все пишет, сочинение, там, все, что надо вступительно, но проплыть, поставьте галочку, что он проплыл. Я ей звоню, говорю, Наталья Владимировна, я не умею плавать, надо что-то сделать с этим, но поступить не надо каким-то образом. А она сказала... Плыви, Илюша. Оно в воде не тонет. И, в общем, я пришел в бассейн. Все пацаны такие раз-раз на тумбочке встали. Свисток они раз тумбочек. Я дождался, пока волна стихнет от них. Аккуратно сполз. И, оттолкнувшись от они там многие уже, по-моему, переоделись, пока я доплыл. Ну, кто-то, конечно, это подулюканье, там, довымучивал эти последние метры, тихонечко ногой отталкиваясь от дорожки, там, типа, думаю, что никто не видит. Вот мы все отворачивались, но я доплыл.